Воу-воу-воу-воу-воу. Нужны робаксы, и ты не знаешь, где самый лучший сайт? А я тебе отвечу. Лучший сайт — это rbx.camp. Ведь на нем выгодный курс, очень быстрая выдача, которая после оплаты идет за 0,01 секунду, и это реально проверено в моем видосике. Также RBX Camp проводит розыгрыши робаксов в группе ВКонтакте и в Дискорде. Также помни, что единственный домен сайта — rbx.camp. Остерегайся мошеннических сайтов. Приятнейшего просмотра. Друзья, огромный привет, Тос. В этом видосе хотел бы вам рассказать об одну новиночку Бисмоса, которую уже многие, скорее всего, забыли, потому что истратили их в Бисмосе. Ладно, если вы догадались, о какой новиночке я буду сейчас рассказывать, пишите в комментарии. А если не догадались, то... Ну, тогда что, приятного просмотра и смотрите видео. Полетели. Значит, смотрите. Вам нужны мифик яйца, там, да, даймонд яйца или что-то такое. Допустим, печеньки... Медвежьи на Бисмосе были. Ну да ладно. Существует у нас до сих пор Фисти Плентер. Как бы он работает... Что, прости? А почему я тут могу Плентер? Или это в любой точке можно? А, понятно. Ну вот, существует у нас Фисти Плентер. Так вот, в чем же его прелесть, ребята? Да в том, что он вам дает офигенные вещи. Яйца, желейки, мифические, даймонд. Именно благодаря ему многие нафармили себе на даймонд маску зимой. Поэтому, ребята, Бисмос будет где-то с 26 декабря или с 25, вы, конечно же, это узнаете. Надеюсь, будет. И мне кажется, опять-таки, эти плентеры будут обязательно. Поэтому, вот. Вы, если что, получите. Вам кажется, что долго осталось? Ну, как бы нет. Оно все кажется, что долго, а Херакс уже на носу. Сейчас что, лето уже, осень, да и вот. В общем, как говорится, щелчок и уже все, да. Поэтому ничего тут такого нету. В целом... Как бы, как всегда, и дождемся. Может быть, осень что-то выпустят, но это маловероятно. Ладно. В чем прикол этого плентера? Да он вообще, на самом деле, вам подгоняет мощные вещи. А главное, что помогает достаточно годно. Если у вас вдруг завалялся, вы можете, конечно же, сейчас его по фану использовать. Я, допустим, поставлю сюда. Именно на мутанте, кстати, на него шанс самый большой. На лучший дроп с него. Так говорили. Но кто его знает? У меня отсюда, по-моему, яйца выпадали какие-то. Ну, подписчикам точно, даймондовские или что-то такое. Вот. Почему я решил рассказать про это? Ну, потому что вы, скорее всего, про это забыли уже. Ведь все-таки прошло с Бисмоса полгода. Даже больше. Прошло с Бисмоса, и как бы вот уже такие дела. До сих пор нам не выдали два плентера в игру. Хидрофобик и пестицид. Ой, не пестицид, а как он там? Ну, по-другому еще назывался. Пестицид, вот он. Короче, есть один плентер, который нам до сих пор не выдали. Кстати, пестицид плентер, вы сами помните, он тоже офигенный, ребят. Этот плентер чем? Тем, что грибочки жесткого уровня спавнит. Вот. Ну ничего, друзья, скоро все уже по новой, надо будет все вспоминать. У меня откуда-то даймонд яиц мало. Это, наверное, потому что их донатил. Хе-хе. Потому. Вот. Ну, в целом-то что? Вам всем интересно все по бисфарму. Раньше было, сейчас чуть меньше. Типа... Я знаю, что снимать что-то можно другое, но пока без фарм, надо что-то думать здесь. Мне хочется пока что попробовать чуть-чуть подшаманить ченнел получше, а потом что-нибудь еще новенькое добавлять. Потому что аналоги без фарма не особо любят. Есть без фарма, конечно, то, что можно снимать, но это уже, скажем так, будет не игрой, а пособием, как прокачаться и стать про. Но это уже другое. Ну ладно. Как говорится, ребят, знаете про этот плентер, если остался, вам повезло. Также помним про печеньки вот эти, которые вам тоже могут помочь. Достаточно с одарением любого мифика, ивентового. Вот. Это очень классно на самом-то деле. Потому что, ну, когда вы одарить можете, не используя эту печенюху, это обалденно. Вот. Вы спросите, откуда у меня столько ресов? Ну, за годы игры. И в Бисмос накопилось очень много всего. А в частности, ребят... Биттерберри, которых было раньше мало, теперь их 16 тысяч. Они дают нам мутацию, которая очень нужна для пчел. В чем прелесть, спросите меня? Отвечу. Прелесть их в том, что когда у нас мутированные пчелы, у нас они становятся лучше. Но откуда это все брать? Конечно же, грибочки, ребят. Пусть вы их, может, не любите, но иногда они вам помогут. 15 минут и 45 каждого часа. Помним. Эх, хотелось бы, конечно, новостей по бисфарму новых. Мне эта игра до сих пор нравится, не знаю, как вам. Многим уже насрать, многим уже вообще бесит она. Некоторые не смотрят, но почему-то именно к осени, к середине бисфарм начинает к себе тянуть. К зиме потом вообще жестко всех начинает тянуть, потому что все-таки выходит обнова, и все дружно опять играют, кайфуют. Ну вот, наверное, за это мы и любим бисфарм-симулятор. Напишите, за что вы любите бисфарм. Поэтому вот...
Ну, а с вами был Феникс. Ждем новостей хотя бы кодиков, ведь, друзья, совсем скоро выходить должен новый код. На 2 миллиарда визитов осталось, ребят, зайдите, кто не заходил давно в Бисфарм по-братски. Если вы вдруг увидели это видео, сейчас 1 миллиард 982 миллиона визитов. Осталось буквально 18 миллионов визитов, это немного, если так учитывать. Поэтому ожидаем скоро новый код, это будет нам маленькая радость, а может большая, потому что код может быть жестким. 2 миллиарда все-таки посетило человек, это вам не хухры-мухры циферки, так что, думайте. 2 миллиарда. Потому что 5 фаворитов уже было. Вот следующий год только 2 миллиарда визитов. Так что давайте, зовите друзей, пускай зайдут, поиграют. Там, наверное, чем почаще заходишь, тем больше визитов записывается. Я, конечно, не особо шарю за это, но если так, то круто. Все, друзья, до скорых встреч. Ожидаем новый код, как только будем приближаться к нему, или к нему будет, собственно говоря, инфа, или от Анеты что-то новенькое, вы узнаете, конечно же. Поэтому подписку, лайк делайте. И не пропустите. Код, думаю, выйдет к осени, как бы. Может, к Хэллоуину. А может быть и пораньше, в принципе. Ну, вставочка, если масса сработает, то это будет офигеть, какой видос пророческий на код. Мощный. Ведь Хэллоуин у нас, кстати, когда-то был код один раз всего лишь в году. Давал X9 или X7 на Пампкин. Ну вот. Все, друзья, немножко вам информации по Бисфарму интересненькой. Надеюсь, вам понравилось. Кто напишет, в чем смысл видео, в том, что вы узнали, что скоро новиночки. И то, что вы узнали немножко такое про Бисфармыч. Ну, а также про моменты. Стоп, у меня 171 тысяча ананасов, да, мне не кажется? А, я даже сам от этого не знаю, откуда столько, ну ладно. Все, всем добра.